каждого человека свой путь, свои проблемы и своя суть. Каждый ищет оптимальное решение, ищет, как пули вылететь из жопы к облакам избавления. Люди пытаются избежать, что Бог так бережно старался им дать. Бегут от проблем, как крысы с корабля, прыгая по унам знания туда, то сюда. Услышав про позитивное мышление, люди подумали, что нашли решение, как выскочить из задницы в правильном направлении. Мысли помогают, но это лишь воображение. Вера и позитивное мышление лишь прокладывают дорогу для продвижения. Мыслями ты можешь только путь начертить, но важнее встать и начать его проходить. Позитивное мышление — это прокладывание пути, которое нужно потом пройти. Главное, не бойся никаких проблем, твои добрые ангелы стоят за этим всем. Не обманывай себя, сложив руки, мой друг. Думай, что можешь сделать, двигайся, будь упруг. Действуй на физическом плане, не только в голове, чтобы потом не разочароваться и пойти на понижение. Мыслями ты можешь только путь начертить, невидимую дорогу проложить, но важнее встать и начать его проходить. Позитивное мышление — это прокладывание пути, которое нужно потом пройти. Главное, не бойся никаких проблем, твои добрые ангелы стоят за этим всем. Позитивное мышление — это стартовый шаг, но без труда и действий не будет никак. Думай, делай, не стой на месте, только так достигнешь цели на этом свете. Мыслями ты можешь только путь начертить, но важнее встать и начать его проходить. Позитивное мышление — это прокладывание пути, которое нужно потом пройти. Главное, не бойся никаких проблем, твои добрые ангелы стоят за этим всем. Позитивное мышление — это стартовый шаг, но без труда и действий не будет никак. Думай и делай, не стой на месте, только так достигнешь цели на этом свете. Мыслями ты можешь только путь начертить. Мыслями ты можешь только путь начертить, но важнее встать и начать его проходить. Позитивное мышление — это прокладывание пути, которое нужно потом пройти. Главное, не бойся никаких проблем, твои добрые ангелы стоят за этим всем.